Участницы Мисс Осень 2013 на протяжении нескольких дней готовились к конкурсу. Каждый этап стал своеобразным испытанием. Традиционное приветствие, домашнее задание и осенний наряд. В последнем девушки представили платье из подручных средств. Ткань, бумага, полиэтилен, фантики и даже акрил. Все это послужило материалом для главного выхода. Победителем конкурса стала студентка первого курса Евгения Поташова. Ее пышный наряд пришелся по вкусу не только болельщикам в зале, но и членам жюри, за что первокурсница и получила корону. Конечно, не ожидала, что так вот легко, в принципе, эта победа достанется. Это было, правда, несложно, хотя волновалась очень сильно. Даже успела поплакать. Пришлось потрудиться, не спать ночами, конечно. Большие заслуги здесь моей мамы, потому что она помогала мне с костюмом, с образом. Другие участницы не остались проигравшими. Каждая из них получила свой титул. Залагайтесь, Ирина, мисс обаяния. Вероника Пащенко, мисс оригинальность. Зленка Яна, мисс изящество. Приз зрительских симпатий получила Мария Голанцева. Мне очень все понравилось. Я вообще первый раз в таком участвую. Интересно, весело. Много волнения, конечно, переживаний, но все понравилось. В следующем году в стенах техникума пройдет очередной конкурс «Мисс Зима». И так по сезонам. Победительницы будут представлять наш город на областном конкурсе «Красавиц». Мы решили занять наших девочек. Так как у нас все обыденно, вот уже осень серая, мы решили раскрасить нашу жизнь яркими красками. И чтобы девушки поучаствовали наши, чтобы им было интересно, чтобы они смогли показать себя, чтобы они могли познакомиться с кем еще не знакомы. В общем, для студентов, для наших дорогих зрителей, чтобы им было интересно было, что посмотреть. Рина Лубина, Александр Михайлов. Мыски сегодня.